Старые железнодорожные кассы на Саратовском вокзале перестали обслуживать клиентов. Им на смену пришел новый и современный терминал. Он находится справа от привычных окон. Главная особенность, по словам руководства вокзала, что теперь все находится в одном месте. Благодаря электронной очереди стоять в ожидании долго не придется, говорят сотрудники вокзала. Реконструкция обошлась железной дороге в 45 миллионов рублей. Средства были потрачены на отделку помещений и закупку современного оборудования. Применены современные качественные материалы, так и технологические решения. Это автономная система кондиционирования, которая создает свой микроклимат. Это электронная очередь, это информационная система, это система вентиляции. И система, позволяющая обслуживать маломобильные группы населения.